Солигорске состоялись интеллектуальные игры Минской областной организации Белхимпрофсоюза, приуроченные году исторической памяти. За обладание кубком сражались 5 команд, представляющих различные предприятия и организации города. Среди них как опытные команды, так и новички. Например, свою команду интеллектуалов представил и Институт ресурсосбережения с опытным производством. Мы в прошлом году только вступили в Белхимпрофсоюз. Вот. И в этом году к нам пришла заявка на участие, и наш руководитель профсоюза сказал: ребята, давайте соберемся, поучаствуем, как бы даже хоть в первый раз, но все же это интересно. Этот розыгрыш кубка стал уже 6-м по счету. Из-за пандемии некоторые игры пришлось отменять, потому каждая игра ценна для команд. Как только выходит момент, мы его пытаемся словить и произвести, проделать небольшую работу для того, чтобы участники, участвующие в данном мероприятии, получили массу удовольствия и получили заряд энергии от такого. Все-таки участие на этом уровне позволяет людям повысить намного свои знания, потому что если брать первый этап проходит в организациях, там все-таки свои ведущие, свои участники, там более раскрепощенные, здесь как-то пытаются они выйти на новый уровень и показать свои знания уже на уровне области. В июне в Минске запланировано проведение республиканского кубка Белхимпрофсоюза. В этот раз кубок завоевала команда «Горцы», второе место – «Когорцы», «Беларусь-Калия», третье – у команды «Лимузин», «ЛМЗ-Универсал».